Всем привет, ребят. Решил сделать конкурс на следующую неделю. Возможно, посмотрим где-то даже две недели. Сегодня у нас 20-е. Если две недельки, где-то 3-4 число, как раз будет и розыгрыш Огника, которого мы разыгрываем. Основной конкурс, который в описании. Плюс этот еще там или в тот же день, или в следующий. Посмотрим, что у меня будет по времени на открытие карт. Вот у меня есть черепа, определенное количество на складе. И я сейчас открою дополнительно другие плюшки. И, соответственно, тот, кто угадает количество и сделает определенные условия, о которых я попозже расскажу во время открытия, тот и, соответственно, получит какой-то пак. Ну, в зависимости от аккаунта, что ему там нужно будет. Так, окей. У нас сегодня еще донатные мини-донатик. Вот продают раскол. Я решил забрать. Мне не хватало пару эмблем. Так, в принципе, мне особо ничего не надо. Честно говоря, базар у нас такой себе. Вот новые продают сетики, их приходится забирать. Скин еще дали дополнительно. Ну, остальное все, честно говоря, так себе. Возможно, для кого-то интересно, но рынок у нас со временем все хуже и хуже. Такс. Поехали посмотрим, что там по акциям. У нас пират. Трать с выгодой. Разбей яйца. Поехали посмотрим. Может, что-то вытащим там. Попыток 40 должно быть. 46 попыток. Может, вытащим Некроса или Бугимена. Да, Некроса огнекрыла даже нет. Жесть. И пойдем сейчас открывать карты. Ну, за столько попыток отсюда вытащить что-то интересное никак не получится. Такс. На английском там, конечно, варже, ничего себе. Там за большой пак получается только две попытки вы имеете, но там герои сразу падают, там расходников нет. С одной стороны интересно, с другой стороны намного дороже все. Ну, на английском, в принципе, можно все собрать и так, не заморачиваясь. Такс, ну, самики, кристаллы. Половина, у нас только один ворожей. Ведьма, второй герой. Ну, такое себе малышник, третий. Дракоса нам не хватало. Ну, тут попыток 100 минимум надо, чтобы хотя бы что-то более-менее выбить. Это при условии, что базар нормальный. У нас, как видите, до сих пор нормально не хотят продавать рынок. Возможно, это и хорошо. С другой стороны, уже начали седьмые руны продавать. То есть, скоро у нас будут продавать кристаллы полным ходом и... Вот Дракос. Так, и 50 кристаллов. Ну, счастливое число мы бегать не будем. Поехали, пооткрываем плюшечки. И поговорим о условиях конкурса. Так, отлично. Войти на склад. Что тут у нас интересного есть? Так, потребляемое, ну, все такое себе. Так, подарки. Подарки, смотрим, что тут такого интересного. Четвертое, третье, второе.
Так, у нас, по-моему, там вот есть прайм-мешки новые, где можно получить. Давайте открываем все. 10 осколков огника. Ну, рунки, вот это самое топовое. Питомец новый, в принципе, он не особо там нуждается в прокачке. Ну, чисто ради силы. Не более. Так, ну давайте сумочки пооткрываем. Вот у нас есть... Вот отсюда самое топовое, это красное. Так, 10 кулаков. Ну, неплохо. Вот это отлично. Мне больше всего нужны красные. Еще 10к. Три коробки. Карта третья. Это не надо. Блин, ну дайте. Ну, как видите, не особо дали нам много красных кристаллов, но и кулаков надавали неплохо. Отлично. В принципе, я доволен. Так, это у нас еще сеты. Есть, забрали их. Так, надо пооткрывать это все. А вдруг герои левые выпадут, которых, в принципе, я не нуждаюсь уже. Так, сейчас я сразу же почищу и... Третий. Пятерки надо все пооткрывать. Потом будет посмотреть, что у нас вообще творится. Ну, кристаллов немерено надо мне, чтобы семерки прокачать. Мне даже там на английском бы не хватило на моем аккаунте, чтобы столько сетов прокачать, сколько у меня на русском, которые уже можно просто так от фонаря, в принципе, получить. Сразу седьмые эмблемы. Ну, время, в принципе... Время меняется, скажем так, ценности. Все дешевеет. Так. Ну, вроде с этим разобрались. Ну что, поехали. Вот у нас есть такие вот герои, которые падают с этих карт. 1155 карт у меня накопилось. Ну, в принципе, уже пора их открыть. Они и топовые, в принципе. Интересно, сколько у нас в итоге будет черепов, поэтому внимательно считайте, и вторая часть вам надо будет угадать, сколько же у меня их сейчас, и то есть вы должны будете написать окончательное число, сколько всего черепов мне упадет, то есть сколько у меня на момент открытия данного видоса будет, я это засниму дополнительно и уже потом открою вам этот видос. Что нужно сделать? Вы должны быть подписаны на мой канал, то есть у вас должен стоять лайк, подписка открыта, как обычно, лайк этого видоса, репост этого видоса в социальную сеть, там тоже должно быть все открыто, чтобы я мог зайти посмотреть. Ну и все как обычно, через рандомайзер я буду выбирать, я знаю, это будет долго, потому что очень мало кто правильно ответит, но... Выиграет тот, кто действительно правильно поставит ответ первым. Поэтому тут все зависит от того, как оперативно вы поставите свой ответ. И угадаете, не угадаете, и рандом уже решит. Я просто посмотрю, проверю, сколько же правильных ответов, возможно, никто не угадает. Не знаю, я сейчас не считаю черепов уже. К счастью, не надо на это много времени. На открытие, как видите, у нас уже все попроще. Ну, черепа вроде падают. То есть вы должны написать, угадать, посчитать, сколько здесь их упало. И угадать, сколько у меня их в инвентаре на данный видос. Видос я уже записал, сколько, какое количество перед открытием. Ну и также запишу видос окончательный, сколько же все-таки мне их выпало. Ну и соответственно... Выберу уже победителя. Вот так вот. То есть чисто удача. Даже тут не рандом решает, а больше удача. Кто как угадает. Сразу говорю, спамеры будут сразу же удаляться. Поэтому у вас есть одна попытка. Такой вот я решил сделать нестандартный конкурс. Ну и избавить себя от одного места. Точнее добавить себе одно место в алтаре. Так, ну что там? То есть я должен видеть, что вы поставили лайк, репост сделали. Ну, как обычно, подписка.
и оставляете коммент с количеством и ссылочки, куда вы сделали репост и как с вами связаться, чтобы я уже после определения смог это все проверить. Вот. В принципе, ничего такого сложного, ничего сверхъестественного. Поэтому все решит, скажем так, чисто удача. Повезет вам, не повезет, это уже не мне решать. Вот такой вот конкурс. Ну, не знаю, просто эти карты, как бы, они не особо имбовые по открытию, потому что тут все обычные, скажем так, герои, поэтому оно и не особо интересно. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Как обычно, лайк, репост, ждите новых видосов с USK, и будут пробовать сейчас дальше проходить древние испытания, есть немножко времени. Всем удачи, всем пока.